28 октября по 7 ноября в Московской области не работают дома культуры, школы искусств и музыкальные школы, концертные организации и библиотеки. На работе присутствуют только те сотрудники, которые обеспечивают охрану и содержание учреждений. Парки муниципалитета остаются открытыми с обязательным соблюдением всех требуемых мер санитарной безопасности. Так, за последнюю неделю 5 основных зон отдыха – Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, парки Малевича, Раздолье, Героев 1812 года и Захарова посещали 3500 человек ежедневно. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены.